Я иду вперед. Итак, мы продолжаем подниматься. Сейчас мы попытаемся подняться на смотровую площадку, откуда уже будет виден весь Мачу-Пикчу, как на ладони. Но прикол в том, что если вы не знаете, куда идти, здесь можно просто-напросто заблудиться и пропустить совершенно уникальные вещи, о которых, как правило, не пишут в путеводителях, потому что считают, что это все неинтересно. Так, попробуем пройти сюда. Если мне память не изменяет, то смотровая площадка как раз в этой стороне. Или здесь закрыто. Ага, здесь действительно что-то закрыто, но да. А, здесь все пытаются сфотографироваться.